Орел Водоканал предупреждает жителей о появлении некой единой городской службы по учету водоснабжения. От нее собственникам квартир вновь начали приходить уведомления о замене счетчиков. Первое, что меня насторожило, это то, что здесь штамп «повторное извещение», потому что никакого первого извещения не было. Вот я почтовый ящик проверяю регулярно. Это, по сути, рекламное объявление, такой жесткий маркетинг, который замаскирован вот под квитанцию ЖКХ. С подобной ситуацией сотрудники «Орел Водоканала» уже сталкивались летом прошлого года. Начальник муниципального учреждения поднял этот вопрос в администрации «Орла», заявив о необходимости принятия мер. В действительности никакой этой службы не существует, никаких договорных или иных отношений, как с нашим предприятием, так и, насколько я знаю, с управляющими компаниями, у этой фирмы нет. Это вид агрессивного маркетинга, при котором люди просто предлагают, приходя в квартиры, уговаривают в основном людей старшего возраста, о необходимости замены прибора учета. И предлагают свои услуги по их замене, действительно значительно даже дороже, чем это стоит на самом деле. Также глава «Орел Водоканала» сообщил о намерении обратиться в управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой провести проверку.